Всем привет, меня зовут Аркадий, компания Boston Technic. Представляю ваше внимание сеялку Червона Зирка Элворти Астронова 5.4А. Сеялка 2015 года, но она абсолютно новая, ни разу в использовании не была. То есть ее привезли, собрали и поставили. Стоит в ангаре с зерном, поэтому такая запыленная. Но когда протираешь, все новенькое выступает. Резина. Ну, тут, конечно, мы не увидим ничего. Даже трубки еще не ставили, потому что они вот лежат. Тоже не увидим. На фото видно. С вспышкой фотографировал. Наверное, можно не снимать здесь. Темно. На фото получше видно. Ну, как бы. Все новое, что говорить. Пока зерно ее почистить, продуть не получается. Зерно уберут, продуют, будут новые фотографии с чистой сеялкой, если никто к этому времени не заберет. Ну вот она, какая сеялка. Мы полностью готовы к использованию, ставить новые трубки и можно спокойно сеять. Кому интересно, звоните, пишите, поможем в приобретении.